Ну что же, вот здесь мы уже прошлись. Теперь осталось вот отдефектовал по дверям. Здесь крылышко хорошо посеяно тоже. Вот такая красота. На крыле. Ну что ж, надо делать дальше. На камере есть интересная особенность. Вот такие вот пыльники стоят на крыльях, которые открывают доступ. Вот рука пролазит. Здесь открытый доступ к, во всяком случае, вот этой части крыла. Вот, конечно, есть здесь вот в этом месте вот усилитель крепления. Вот оно. Вот оно. Где-то может, как говорится, попасться зона, где неудобно будет иметь доступ. А закрывается оно вот так. Вот. И открывается зона доступа. Вот она. Ну, я думаю, при наличии небольшой сноровки можно долезть практически ко всем вот этим вмятинкам. Так, попробуем снять. Это заливает, ну да, вот видно. Вот видно. На самом деле, вот она, вмятинка. Ну, кое-как видно. Вот она, вмятина. Дальше, вот она. Видно плоховато. Вот. Вот и здесь. Вот так вот сейчас попытаемся. Ну вот видно, да? На крылышке, на переднем тоже. Градом набило. Ничего, сейчас мы это все подровняем. Вмятина еще предостаточно. Здесь. А вот эта часть уже очистилась у нас. Сейчас передвину лампу, еще покажу. Вот такое у нас крылышко. Боковая панель уже. Вот эта часть бок сделан. Это я не знаю, какая-то помарка. То ли клей, то ли не клей. В общем, непонятно. Но не царапина. Вот как видно. Здесь уже подровнялось. Ну а верх еще предстоит делать. Вот эту часть. Так называемый пирожочек крыла. Вот опять вмятинки пошли. Тут они прям вот приличными кучками насыпаны. А здесь уже все
почистилась. Вмятины самоликвидировались. Ну что ж, вот опять начало. Продолжаем отсюда, вот с этого места. Что ж. Вот еще чуть блик тут есть. Вот он. Надо доделать. Дальше смотрим. И уже вот до сюда. Вот ямка видна. То есть вот эту часть уже практически полкрыла. Потихоньку выдавил. Вот, а вот эту часть, что чуть видно, я хочу попробовать молоточком чуть-чуть подровнять. Вот таким вот красивым, модным. Ну вот, вот еще чуть-чуть блик есть. Надо добивать. Потому что получается неровное прилавление. Практически можно сказать, что тут все ровно. А вот это преломляется. И некрасиво. Но опять же это в лампе. На улице, чтобы это увидеть и понять. Вряд ли. Вот она вмятина еще уже почти, вот он финиш крыла. Вот такая вот работа. Смотрим. Все. Вмятинки на крыле кончились. И тут. Все, ремонт крыла завершен. Переходим дальше. На дверях у нас тычки есть. Вот она, наша дверь. Вот тычок один. Чуть дальше. Вот он второй. Вот и прикол. Вот он аж от удара. Сейчас попробую ее просто пробойником забить. Вот эту вот шишечку. Интересно все-таки. Насколько оно правится, не правится. Хотя бы просто забить шишку, которая вот от удара сверху получилось, и попробую снять, уйдет вот эта шишка или нет. Все-таки металл тут чуть другой, наверное. Вот оно, то место. Ну вот и все, вмятинки конец. А теперь вот попробую еще все-таки вот эту красоту забить пробойником ради интереса. Получится, не получится. И, так сказать, тем, кто не знает, на будущее. Вот еще чуть-чуть есть, чуть вмятинка бликует
Надо доделать. Кстати, телефон помогает. Я беру вот так, увеличиваю и смотрю в лампе. Иногда при вот таком наведении видно гораздо лучше, чем глазом. Такие вот дефектики. Вот, глазом иной раз не рассмотришь. Вот я сейчас снимаю остатки вмятины. Вот, то есть видно, что она не доделана. И где что надо доделать. Вот здесь, допустим, чуть надо подбить пробойником вот тут. А здесь надо чуть поднять. Вот, то есть как бы под увеличительным стеклом смотришь. Все по порядку. Вот такой вот крючочек использовался. Вот оно отверстие. Это стандартное отверстие. Здесь вот под ручкой как раз затычка заводская. Через нее достаешь вот сюда, сюда, даже сюда. Вот. И насчет вот этого вот. Я не ожидал, вот, что так получится. Чуть-чуть я прикоснулся. Вот он, герм. Он достаточно таки, скажем, мягко работает. Плоскость у него не маленькая. Вот. Порядка там 1,5–2 миллиметров, в смысле, окончание. Чуть только дотронулся и, как в том фильме, слушай, ничего не делал, только вошел. И вот так вот уже бабах. Собственно, промялось довольно-таки легко. Обидно, конечно, но вот на будущее, так сказать, и я буду знать, и поделился этим знанием с вами. Тут-то все равно молдинги, как говорится, побиты, их если менять, то менять. Вот, и ничего не сделаешь. Но имеется в виду, как-то удивительно. Надо будет попрактиковаться перед тем, как вот эти молдинги, конечно же, будут меняться. Попрактиковаться на них, попробовать, как говорится, забивать их хотя бы, там пробивать, как-то пытаться погонять металл, а потом уже менять. Ну вот, скажем так, по двери уже финиш. Было тут здесь, здесь, вот здесь вот тычочек был. Вот его даже там остаточки вот видны. Вот, ну это, как говорится, под микроскопом надо увидеть. Переходим на дверь. Вот здесь у нас еще есть над чем поработать. Следующая. К сожалению, на этой двери забраться некуда. Вот. И приходится все это брать и делать клеем. Насколько это будет возможно и насколько это у меня получится. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Ну вот. В этом месте у нас вот была вмятина, вот видно, да, там маленький следочек остался, но не получается его выдернуть. Еще один заход. Пробивается, и все равно донышко остается. Ну, сейчас посмотрим. Может, повезет. Увы, немножко вот место это есть. Тут бы залезть крючком, но, к сожалению, в это место через верх, вот я пытался тут накачать, ставить расширительную подушку, там как раз с двумя меднами туда я не могу долезть. Ладно, поехали дальше. В принципе, тут настолько маленькое это местечко, что только в лампе его можно увидеть. Насколько можно, я уже сделал, как бы. Продолжаем дальше. Ну, вот она, следующая. Продолжаем. Здесь внизу был тычочек. Уже нету. Теперь вот у нас дальше, наверху. Опять же, здесь ни сюда, ни сюда крючочком не долезть. Только клеем. Вот что осталось. Сейчас попробую еще раз ее разбить и опять подергать.
разбил, сейчас приклеюсь и дернусь.